рад вас приветствовать, если приедете в Астане. Здесь проходит мероприятие по разным направлениям, но это позволяет нам на полях этих международных встреч проводить контакты по региональной проблематике, в частности, по отношениям между нашими близкими друзьями, Арменией и Азербайджаном, в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами, президентами Путиным Алиевым и министром Пашиняном в ноябре 2020 года и в декабре и в ноябре 2021 года. Эти заявления подписаны на высшем уровне, как я уже сказал, они закладывают основу для урегулирования всех аспектов отношений между Арменией и Азербайджаном и всех аспектов установления устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе. И отдельная тема, конечно, это согласование мирного договора, дополнение к договоренностям о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций и о проведении делимитации через создание двусторонней комиссии между Азербайджаном и Арменией при консультативном содействии российской стороны. Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали. Поэтому я рад этой возможности и уверен, что мы сегодня сможем лучше понять, как нам двигаться дальше. Еще раз добро пожаловать по алфавиту. Уважаемый Сергей Ильич, делегация, Марат Самвелович, коллеги, я хотел бы поблагодарить, во-первых, Сергея Ильича вас за эту инициативу. Это уже стало хорошей традицией, когда на площадках международных организаций мы также находим возможность для того, чтобы обсудить вопросы постконфликтного урегулирования. Последний раз такая встреча была в мае месяце в Душанбе, тоже на полях СМИТ СНГ. Мне кажется, что сегодня с тех пор было достаточно большое количество контактов, встреч, как на двухсторонней, так и на многосторонней основе. С этой точки зрения, мне кажется, сегодня было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Мне кажется, что, как минимум с нашей стороны, мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного регулирования, за которое непосредственно отвечает министр иностранных дел. Это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча. Но в то же время, со своей стороны, также хочу отметить, что было бы полезно, конечно, переговорить и по другим вопросам постконфликтного регулирования, в число которых, естественно, входят вопросы делимитации государственной границы, а также вопросы открытия коммуникации. Ну и отдельным блоком, я думаю, что мы также затронем вопросы гуманитарного характера. Уважаемый Сергей Викторович, Джейхун Азизович, дорогие коллеги, рад видеть вас. Я думаю, так как вы заметили, Сергей Викторович, хорошая возможность использовать наши встречи на разных международных площадках, чтобы также поговорить и попытаться найти решение по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем ее аспектам, также и по проблематике Нагорно-Карабахского урегулирования. В русле тех трехсторонних заявлений, которые вы отметили, трехсторонние заявления 9 ноября 2020 года и 11 января 2026 года, 2021 года. Спасибо.